Всем привет, друзья, из Ивано-Франковска. А я стану вот так, вообще не тяжело, да, затемриться. Я тебе сейчас расскажу. А как ты распределил вес? Ну, палатка, это внизу. Самая тяжелая? Не знаю, мы сколько. Палатка 3. Я все равно как шире, чтобы не было так, что у меня нет приставки. Ну, значит, ты же, у тебя вот это, тебе надо распустить вот здесь подвеску, распустить спину. Надо, пойдем посмотрим на зал ожидания. Может, тебя в зале ожидания посадят? А что они вот здесь? А? В общем, ищем место, где можно оставить Наташу с рюкзаками, зарядить телефоны для того, чтобы пойти посмотреть Ивано-Франковск. Кастрюля, полиэтилен сверху, он начинает выпаривать потихонечку, и вот здесь конденсация. Надо греть? Ты знаешь эту систему? Ну, конденсация. Пока есть интернет, надо смотреть. Ну и все, это мобильная переходная установка, то есть обеспечивает. Ну, то есть он бродит при дневной температуре, ничем греть не надо? Нет, ты пока нес его там, разобродило там, сахар какой-то там. Дрожжи надо? Ну, дрожжи надо. И сколько оно будет бродить? Месяц? Ну, перед нами, когда можно будет пить? Пить почти сразу, я же говорю, это прогон идет, заселялка выделяется. Все точно. Ну, давай. Котелок у нас есть, полиэтилен, ладно, найдем. Я сварю. Что для этого надо? Время.
Ну, чтобы мы стали лагерем где-то. Где можно собирать малины. А грибы такой можно с грибами делать? С грибами, да. Мухоморы. Там даже не надо, чтобы бродили. Там даже сахар не надо, просто бери да ешь. Выходят на арену силачи тарлики. Я что-то упало. Я видел. Ты к нему еще не прила. Какая третья бутылка? Идем на рахобуз. Идем на рахобуз. Теперь едем в Рахов. Там ночуем. И дальше деловое и походы. Рахов. Теперь на этом раховозе до Рахова, потом там ночуем и отправляемся в деловое. С делового пешочком на автобусе забираем пропуска и вперед. Отойди ее. Ой, как хорошо. Как жарко. Above the law, play my style.